канала «Смотри и делай». Вот. Брали мы картошку, зерновые, и настало время перепашки почвы. Вот. Как мы это делаем, вы видите в этом видео. Также в дальнейших видео будем садить зерновые, и впервые мы будем садить горчицу, попробуем. Вот. Так что смотрите мои видео. А сейчас давайте смотреть, как мы ведем вспашку почвы. Вот это пашет ржевник, мы его немного полили. Видите, как перепахивает лук, и не видно, что здесь было. До этого похоже.
вот, друзья, как-то так мы перепахиваем свое поле. На этом все. Те, кто смотрел, ставьте лайки. Спасибо за просмотр.